Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. В моем доме висит старая карта, волшебный артефакт. Стоит пройти за нее, и окажешься на берегу любого моря или океана в любой эпохе. На этот раз мы, я, старый боцман, и Витя со Светой, ученики Академии парусного спорта, основанной «Газпромом» для питерских школьников, отправились в далекое прошлое Руси. И надо же было случиться, угодили прямиком в разгар набега разбойников-варягов на Старую Ладогу. Я остался на берегу в укрытии и, управляя дроном, отвлекал варягов-охранников. А Витя со Светой пробрались на лодке дракары. Общались мы друг с другом по рации. Витя, готов? Надо начинать, пока охранники не вернулись. В старину кораблестроители использовали смолу, чтобы конопатить борта судов и заливать щели в палубе. Смола отлично горит. Сейчас, сейчас. Из крепости увидят дым и поднимут тревогу. Света, доставай фаер. Ух ты, как вспыхнуло! Эй, заложата, стражники дым увидели и бегут к кораблям. Скорее прочь, пока вы им не попались. Есть, капитан. Света, закинь по паре фаеров на каждый из дракаров. И побежали. Ага, засуетились. Теперь ни за что не потушите. А это что? Как полыхнуло и как плохо пахнет. Это загорелись бочки с тюленьим жиром. Варяги пропитывали им обувь, ножны мечей, ремни, снасти, кожаные чехлы для палубных грузов, чтобы не портились от воды. Ничего, потерпишь. Бежим! Наконец-то! Я уже начал волноваться. Мы ждали, когда огонь разгорится хорошенько. Да, черный дым столбом. Трудно не заметить. А это что? По реке сверху идут лодьи. Они не такие, как дракары варягов, хотя очень похожи. Эти лодьи подданных Рюрика, славян, жителей Старой Ладоги. Они строили корабли на свой манер. Горожане заметили дым и подняли тревогу. Здорово у нас получилось. Лодьи приближаются. Воины прыгают с бортов в воду и строятся на берегу. Ну-ка, Витя, держи пульт. Подними квадрокоптер повыше, поглядим. Витя, покажи, что там. Вот, смотри. Давай. Из ворот крепости выходят вооруженные жители Старой Ладоги. Хорошо, что внезапного нападения не получилось. И теперь по варягам ударят с двух сторон. Предводитель защитников крепости кричит что-то и размахивает мечом. Эйрбурт Арми! Хварьеры Перрака! Комерот! Он говорит, вы хотели сразиться со мной? Выходите и умрите. Значит, будет сражение? Не обязательно, может и обойдется. Кстати, предводителя защитников Старой Ладоги зовут Рюрик. Это тот самый первый князь Руси? Тот самый. Пришлые варяги бросают мечи и топоры на землю. Теперь их возьмут в плен. Или побьют? Нет, не такие у варягов нравы были. Они считали так. Если вождь противника оказался сильнее, ему покровительствует бог воинов Один. Теперь они подчинятся ему и войдут в его дружину. А что будет потом? Если верить повести временных лет, Рюрик после Старой Ладоги княжил в Новгороде. А когда он умер, его родич Олег со своей дружиной отправился на юг, спустился по Днепру и стал князем в Киеве. Постойте! Это тот самый, который у Пушкина? Вещий Олег? Победой прославлено имя твое, твой щит на вратах Цареграда. И волны, и суша покорны тебе, завидует недруг столь дивной судьбе. Да, это тот самый Олег. А Цареград это где? Так на Руси называли Константинополь. Это древнее название Стамбула, столица Восточной Римской империи. Сейчас Стамбул – столица Турции. Князь Олег пришел к стенам Константинополя на лодьях. В истории Руси и России немало морских походов и побед. Вот бы глянуть, как у него это вышло. Можно, но сначала заглянем домой. Да, кот ваш, мистер Томас, наверное, скучает. Вот мы и проверим.
мы пойдем по меридианам и параллелям поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.